Так, затеял небольшой ремонт, замена ступицы в сборе. Открутил колесо, открутил гайку, пошла на удивление легко. Теперь осталось снять рулевую рейку и открутить суппорт. Так, не забыть датчик снять. Так, чтобы выбить палец из рулевой рейки, применил небольшую хитрость. Перевернул гайку, которая была на ней укручена перед ногами, накрутил и выбил молотком. И вся радость. Бум, и выпала. Короче, ступицу пришлось извлекать при помощи болгарки, кувалды и какой-то матери. В итоге удалось. Вообще-то надо эту жестянку было бы по-хорошему поменять, но ее тоже в наличии нет. Ну, все остальное дело техники. И на 5 минут осталось. Включительный аккорд. Затягиваем центральную гайку с моментом 216 ньютон и кернем ее. Все, ремонт окончен.